театре «Кукол Сказка» появилась «Страна чудес». Волшебную историю про девочку Алису оценили первые зрители. Накануне состоялась сдача спектакля. Я просто не знаю, кто я сейчас такая. Нет, то есть я, конечно, примерно понимаю, кто я такая была утром, когда встала. Но с тех пор я все время то такая, то сякая. Словом, какая-то не такая. «Алиса в стране чудес» – еще один спектакль, который уже сегодня можно назвать одним из лучших в репертуаре. Оригинальные яркие костюмы, интересное оформление сценического пространства. Актеры работают на площадке не только в качестве кукловодов, они тоже в образах и тоже часть истории. Над постановкой этого спектакля работала группа из Московского детского камерного театра «Кукол». Сдача спектакля состоялась, но официально в афише он появится лишь осенью в начале 55-го театрального сезона.